сеансы, эти возможности связи, контактной ситуации. И Геннадий. Вот у него как раз получается выход на контакт. Ну, наверное, мы попробуем, Геннадий, сейчас попробуем это продемонстрировать. Уверены, получится или нет, в той или степени получится, как мы желали бы. Сейчас все это на ваших глазах произойдет. Геннадий, пробуй. У вас, кстати, микрофон дрожит сильно. Здесь еще не спал. Так, какая рука будет действовать? Правая рука будет работать у него, да? Да. Вот это, да? Так, сам ты будешь уже спокойно. Шесть, семь, восемь, девять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ваш. Хорошо. Скажите, на переводчика сильно влияет необычная обстановка? Мы же говорили вам. Мы не покидаем вас. В связи с того, сможете ли вы услышать нас. Мы стараемся. Но сегодня необычная обстановка. И мне кажется, переводчик трудновато выходил на сеанс. А вы подумаете, для вас она обычна? Да, и для нас тоже волнительные, необычные. Мы волнуемся. Вы утверждаете, что существуете в эмоциональном плане землян, что вы бестелесны и представляете особый вид энергии. Сегодняшний сеанс в эмоциональном плане как-то отличается от прежних наших сеансов с вами? Вы невнимательны. Мы не говорили, что мы существуем. Мы говорили, что приходим. Ваш план. Вспомните. Это существенная поправка, да, мы забыли, что вы именно приходите.
что помните вы? Ну, мы несовершенны, конечно, в нашей памяти. Но то надо тогда находить наши общие точки соприкосновения и понимания. Каково, на ваш взгляд, сейчас состояние переводчика? Он скован, или вам сегодня все-таки как-то легче общаться через него? Нам всегда было трудно приходить к вам, независимо, к нему или другим. Вы выполнены другими заботами. Так оно и есть. Скажите, а вот перерыв наших сеансов, мы вот на лето прекращали, он как-то сказался на вашем отношении к нам, как к исследователям? Есть ли у вас элемент осуждения за прерванный контакт? Мы примерно месяц с вами не общались. Мы же говорили вам и говорили сегодня. Мы не покидаем вас. Вы или желаете, или не желаете слышать нас. Потому для нас нет прерывов. Вспомните, мы говорили вам и о времени. Мы сегодня хотим продолжить. Один. Два. Три. Спрашивайте. Мы сегодня хотим продолжить прерванную в прошлый раз тему о жизни после смерти, о жизни души, состоянии души. Вот скажите, что вы можете пожелать тем, кто категорически не согласен и не приемлет, что существует жизнь после смерти? Что вы им скажете? Ничего. То есть они сами должны дойти или... Ну вы подумайте, если вас не хотят слышать, вы будете кричать. Далее, если вы не верите, это ваши проблемы. И куда вы попадете? Вспомните. Вами сказано, по вере вашей. Вы помните? Да. Вот и подумайте, если вы не верите, вы вернетесь и будете возвращаться до тех пор, пока не поймете. Ну вот этим сеансом мы хотим лишний раз, может быть, показать нашим оппонентам, что существует какая-то связь с иномиром, в частности, вот через посредника, через словесный и слуховой речевой аппарат переводчика. И я надеюсь, у кого-то кто-то хоть поколеблется их сомнения. Мы же говорили вам, каков наш вес. Вспомните. Ну, ваш авторитет пока невелик, действительно. Потому что это очень для многих. Дело не в том. Если вы не желаете, вы не увидите, не найдете. Даже если будете существовать там. Если же вы хотите, то вам не нужно будет. Один, два, три, четыре, пять. Пожалуйста. Вы не можете подсказать, что сейчас мешает переводчику? Если хотите, то ваше здоровье. И конкретно вас. Конкретно меня? Нет. Ну, в общем, можно и переводчики. Тогда я приступаю к вопросу. Нет. А что вы хотите? Среди вас есть, как вы говорите, сердечник. Есть и болезнь легких. Один. И это сказывается? Два. Три. Четыре. Пять. Спрашивайте. Хорошо, переступим к вопросам. Скажите, почему у человека... Существует инстинктивный страх перед небытием. Страх? Да. Что вы называете страхом? Боясь потерять то, что имеете сейчас. Вот ваш страх. Нет, ну может быть страх то, что нас больше не будет на земле. Может быть и вот этот, он движущий. Боясь основной эгоизме. Боясь жадности жизни. Жадности то, что имеете. Вы так оцените? Подумайте. Вы боитесь потерять то, что уже имеете, и не хотите приобрести новое. Далее. Если бы у вас не было страха, что бы вы делали? Что бы вы делали? Вам надоело жить? Пойдемте дальше. Но он, страх этот движущей силой у человечества, да, является? Мы же говорили вам, что нет чисто отрицательного. Или положительных качеств. Нет.
Для кого-то это движет, для кого-то нет, но чаще это цель, что удерживает вас. 3, 4, 5, 6. Спрашивайте. Скажите, вот как бы нам не внушали, что человек смертен, что он один раз только живет, откуда все-таки у человечества, у людей заложено предчувствие бессмертия? Оно как-то заложено где-то в генах. Откуда? Мы ответим вам так же, как и в прошлом. Жадность жизни. Вы согласны? Ну да, вообще-то. Далее. Вы же писали и говорили о памяти. Подумайте. Мы будем говорить вам в общем. Мы никогда не скажем вам точно. Ибо тогда вы не сумеете найти сами. Вы будете рады готовому ответу. И все. А мы приходим к вам не шпаргалками. Но мы ценим вас за это. За то, что вы так себя ведете с нами. Стимулируете нас думать и самим добиваться. Мы не будем говорить вам конкретно ничто. И будем сеять в вас сомнения. Сомнения даже в том, что или нет. Ибо это заставит вас думать. Да, мы это ощущаем. Хорошо, продолжим вопросы. Откуда все-таки у людей есть убежденность в конечности бытия? У тех, кто не верит в продолжение жизни. Материализм. Это ваша наука. Далее мы говорили о борьбе. Помните, ваше понятие добра и зла. Вот и подумайте. Приходит к вам новая вера, и она говорит, что жизнь одна. Для чего? Что вы более уверили в эту веру. Вот вам одно из правил христианства. Вы столь беспечны, что даже Бога сделали беспечным. В наших глазах, наверное, он не такой беспечный, нам кажется. Нет. Вы творите. Как и представляете, таким и будет. Вспомните по вере вашей. Скажите, почему христианство довольно упорно отрицает идею перевоплощений многократных? Мы же вам ответили только что. Чтобы веру, чтобы вы были рабами веры той. Хотя тут же и оправдываетесь, не создайте кумира. Это наше заблуждение человеческое, да? Это ваше. Только ваше. Какие чувства преобладают у людей в миг смерти? Боль. Ну, это разумеется. Нет. Вы опять говорите о физической боли. Мы говорим о иной. Боль. Сперва боль о том, что не успели. И теряете. Потом, что вы потеряны. Боль, что вы никому не нужны. Вспомните описание умерших. Вспомните. Или что, когда вы увидите огонь, вы приобретаете новую боль. Боль страха. Или обжеться, или не успеть. Все зависит от того, во что вы верили. Так скажите, а мы читали по Раймонду Моуди, что у некоторых просто радость появляется в миг смерти. Они поняли, они здесь были в клетке. Вы говорите, в миг смерти. Тогда назовите мне длину этого мига. Понятно. Почему люди довольно примитивно представляют муки и радости после смерти? Если вы не помните, или только фантазия ваша. Фантазировать, вспомните, мы говорили, вы не умеете. Вот вам и примитив. Далее, почему вы говорите о всех? Вы знаете ли вы всех? В чем заключается функция добрых духов? В вашем понятии есть и добрые духи, и злые. А мы говорили вам,
что это вы же. Есть же у вас и доброе, и злое. Подумайте. Подумайте, примите к себе. Вы дух. Вас можно назвать добрым или злым? Смешно. И для чего вы живете? Вы знаете свою цель? Нет. А хотите узнать иные. Вы не знаете себя, но хотите узнать иное. На кого похоже? Скажите, насколько наивно представление людей, что в райской жизни духи только и делают, что поют хвалу? Нет. Мы как-то говорили вам, что в раю сложнее, намного сложнее, чем здесь. И мы говорили вам, что для кого-то ваш мир рай, а есть миры, где ваш мир ад. Вот и подумайте. Вы же говорили о бесконечности миров. Вы говорите рай. Неужели вы думаете, что вы будете отдыхать? Быть может, только начало. Начало битвы. То есть душа там трудится? Более. Поймите, вы же говорили, рай выше, ваши слова. Значит, и более трудиться будете, и более ответственны будете. Вспомните маятник. Чем выше, тем более сил. Ну и тем ниже вы можете опуститься. Вы помните? Сложите, и будет вам ответ. Скажите, а если человек при жизни не хотел трудиться, ну, духовно, душевно, он и там, наверное, будет лениться так же? Или вот там заставляет что-то? Ну, вы пойдете на один из уровней. Один из уровней в вашем понятии. Где все не хотят трудиться. Угу. То есть, если душа стремится трудиться, то он попадет на более высокий уровень, там, где будет воплощаться его идеи, его стремление трудиться, да? Давайте скажем по-другому. Мы говорили вам о мирах, для которых вы являетесь адом или раем. Так вот, ваш мир – это всего лишь один из миров. И бесконечности миров, что вы называете адом и раем. И относительно вас, все, что ниже вас – ад. Все, что выше, вы называете раем. Хорошо. Почему в целом осуждается стремление людей к материальной независимости, к преуспеванию? Это идет из религии? А вы подумайте, много ли вы успеете, если будете набивать суммы? И какой ценой вы будете делать то? Угу. Ясно. Далее сказано было. Нищета – это не значит, что вы будете в раю. Вспомните, было сказано. Многие же из вас, если нищ, буду там. Нет, чаще вы ниши от лени. И потому вы всегда находите причин и виновных. Скажите, а в чем заключается страдание низших духов? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Здравствуйте. Скажите, в чем заключается страдание низших духов? Вы невнимательны. Мы говорили вам о вашем мире и бесконечности адов и раев. Вы помните, чем вы страдаете? Ну, разное бывает. Пример. Мы же говорили вам, душу умершу. Тот же мир, что и вы. Он не намного лучше вас. И единственное, что вы можете, в вашем понятии, иметь контакт с соседними мирами выше и ниже. И выше вы уже называете раем. Хотя не намного и боль. Один. Спрашивайте. Хорошо. Скажите, смерть не всегда освобождает человека от искушений? Нет. Вся жизнь ваше искушение. И смерть ваша – одно из искушений. Вспомните, вами было рассказано, как вы падаете и поднимаетесь, выбираете миры, в которых жить будете. Вот вам и искушение. То есть человек и в загробный мир тянет свои искушения и не может от них избавиться там? Что вы на
искушением? Что это ваше понятие? Желание в рай или в ад? Согласитесь, это искушение. Желание видеть Бога – это искушение. Вы согласны? Да, согласен. Ну, я имел в виду вообще-то тлетворное искушение. Нет. Хорошее. Смерть ваша всего лишь потеря. Потеря одного из тел. А далее зависит, или вы никогда больше не получите того тела, и значит будете в более тонких мирах, или получите тоже, или еще хуже. В вашем понятии ад. То есть вот с потерей энергетики человек приобретает более грубое материальное тело? Нет. Вы говорите с потерей энергетики, тогда вспомните ядерную физику. Ваше понятие минералы имеют энергии более. Тогда подскажите нам, каковы самые большие страдания, которые могут претерпевать злые духи? Почему вы говорите о злых духах? Почему не спросите о себе? Почему вас интересует что-то? Страх? Узнать о себе? Или нежелание? Ну, просто я не хочу... Мы жалели вам. Вы будете наказывать себя. Вы, по вашей вере, по вашим поступкам, если хотите, совесть ваша. Совесть, но открытая. Ну, а если совести особо нет, то есть она разве? Очень ущемленная. У всех одинаково разве? Требования к себе нет. Совершенно бывают разные. Мы вам говорили. Душа чистая. Есть только грязь. Грязь поступков, созданных из мыслей. А мы говорим о совести, что будет чиста, открыта. Где уже мозг не будет давать поправки. Вот муки ваши. Тогда по большому счету, что как, нам вроде жить не стоит. Разве? Нет, это не следует. Или как, устранять влияние мозга, чтобы жить чисто по... Вы спрашивали о муках. Вы не спрашиваете, что вам делать сейчас, а спрашиваете, что будет за наказание вам. Разве в этой жизни вы не были наказаны? Разве никогда вас не мучила совесть? И вы всегда находили себе оправдание. Мозг ваш всегда оправдывал вас. Желание ваше, искушение. Да это так. И вы делали обманом. Смотрите в себя. Смотрите, сколько вы задушили в себе. Сколько. Но есть ведь... Один, счет. Два, три. Выпрашивайте. Но есть большая категория людей, у которых как будто бы их совесть отсутствует. Как они на том свете или где-то воздастся им это неверие? Вы невнимательны. Мы вам говорим о душе, и что она чиста. Есть только поступки, созданными мыслями. Подумайте. Вы говорите, нет совести. А может быть, просто вы так залгались, что даже не видно правды вашей, совести вашей. Вот время, и даже при жизни, когда вы остановитесь, оглянетесь, и вот вам наказание. И представьте, когда вы умираете, вы теряете ваше понятие мозг. Остается только ваше «я». И мозг вас уже не оправдает и не создат лживых истин. Вы поняли? Хорошо. Но поскольку духи не могут скрыть друг от друга своих мыслей, поскольку все поступки их открываются и известно, то из этого получается, что виновник находится в постоянном присутствии своей жертвы на том свете. А вы подумайте, вы здесь не уходите от жертв. Они рядом с вами, они всегда с вами. Только вы стараетесь их забыть. Подумайте. Вы правы. А там, на том свете, это еще более очевидно. Там уже мысли... Давайте договоримся так. Не на том свете, а если хотите, вашим языком, промежуточно. Ибо на том свете, это значит, что вы уйдете в иной и приобретете одно из тел, и будете жить снова. Это так получается? Да? Мы вообще-то не слишком осведомлены о том свете. Один из миров. На вас.
Мы же говорили вам рядом. Вы помните? Да. Вспомните. Вы ищете иные миры. А вас? Сколько вас, этих миров? Сколько? Посмотрите в себя. Возьмите хотя бы день сегодняшний. И гляньте, сколько раз вы изменялись. Сколько раз вы были иными. Сколько было вас сегодня. Сколько? И все они, в вашем понятии, в том свете, соединятся и будут помнить все мгновения. Все, которые вы хотите забыть здесь. И вот тогда вы скажете, за что мне наказание, помнит все. Скажите, а когда нас мучает совесть, это наказание за то, что мы совершаем в этой жизни? Чаще то, что сделали вы здесь. У вас нет в вашем понятии памяти о прошлой жизни. Ибо память ваша, чем оперируете здесь, химическая. В вашей не было прошлой жизни, не было вашего мозга. Согласитесь, и значит нет памяти о прошлом, и нет памяти о будущем. И есть только ваше понятие ячейки, куда вы можете войти. И лишь только тогда память химическая будет. Но она не будет мешать вашей совести. Ибо чаще мозг ваш хороший сторож. Скажите, а преследует, вот интересный вопрос такой, преследуют ли жертвы на том свете своих убийц? Давайте договоримся, о каком свете говорите вы. Ну, а промежуточный? Ну, в вашем понятии нет. Не преследуют? Не подумайте, если всех вас мучает совесть. Подумайте. А скажите всегда... Далее. И в этой жизни вы можете преследовать, не зная, что вы являетесь жертвой. Подумайте. Не очень ясно. Не ясно? Ли... Хорошо. Вы это называете интуицией. Вы видите человека, вы не знаете его, но он вам не нравится. Ну, как вы говорите, не лежит душа. Это и есть одно из понятий. То есть когда-то у нас были отрицательные контакты, так что ли, может быть? Поймите, химически вы не помните ничто. Но мозг ваш, ключ, ключ ко множеству, множеству. И в этом множестве хранится все. В этом множестве есть все. И вы невольно, увидя этого человека, настраиваетесь на него. Согласитесь? Первая мысль, что за человек? Вы согласны? И уже этим вы хотите понять и раскрыть его. Уже этим вы открываете ячейку. И слава Богу, в вашем понятии, что вы не можете открыть ее полностью. Иначе вы повторили бы прошлое. Если вы были убийцей, то вы здесь будете им снова. Ибо вспомните и будете мстить или иное. Потому не дано вам память. Потому существуют реки забвения. Скажите, а вот убийцы в промежуточном мире бывают наказаны своими жертвами? Или там и да, и нет. Да и нет. Поймите, в промежуточном мире жертва не может наказать, ибо она мучается сама, ибо для нее есть множество жертв. Вы каждый имеете множество жертв. Каждый. Что же вы все мстите? Нет. Вы все, в вашем понятии, знаете все и вся о всех. И потому вы не можете обвинить кого-то, зная, что в этом виноваты вы. Мы же говорили вам о чистоте совести. Но есть другой мир, где вы получите уже тело. И там, да, если вы что-то спрашиваете. Скажите, омрачают ли ошибки ту душу, которая от ошибок очистилась? Почему вы повторяете? Мы вам ответили уже множество раз, и вы повторяете. Подумайте, вы задаете одни и те же вопросы, но разными словами.
И вы хотите, чтобы мы отвечали так же? Хорошо. Какое состояние для живущих на Земле лучшее? Бояться смерти, знать, что ты бессмертен, или полное равнодушие к смерти? Каждому свое. Для кого-то страх может вести, для кого-то может остановить. Подумайте, мы же говорили вам, нет истинно плохого, истинно хорошего. Сейчас, быть может, вам нужен страх. Может быть, завтра вам нужна уверенность или иное. Подумайте. И мозг ваш выберет сам. Здесь он не ошибется, ибо здесь он будет подчиняться инстинкту. Все остальное уже будут ваши мысли. Самая первая мысль верна, ибо она истина. Все остальное уже ваше. Вот я могу сказать о себе. Знание того, что мы живем вечно, полученное мной из фактов, из ряда книг, которые мне попадались, как-то сейчас облегчает мою жизнь. Оно делает более оптимистичным. Мне становится интересно уже побывать там, в том мире. А теперь иной скажет, благодаря тому, что я знаю, мне стало страшно. Ибо, значит, со смертью не кончается, и я буду жить дальше и мучиться. Согласитесь, те же самые источники, но разные мысли и разная жизнь. Спрашивайте. Хорошо. Вот и существует мнение, что жизненные беды и неурядицы, которые бывают у отдельных людей, всегда ли они наказание за прежние и нынешние ошибки? Да. Случайности не бывает? Всегда? Да. Но это не значит, что вас наказывает Бог. Нет. Здесь вы можете даже предсказать математикой. Даже математикой можно? А вы подумайте. Следствие. Следствие. И не более. И вы же, чтобы оправдать себя, говорите кара Божья. Бог виноват. Или дьявол. Но не я. Подумайте. Вы постоянно лжете себе, оправдываете себя. Но вот есть элемент несправедливости. Если это наказание за прежние ошибки, в прежних жизнях, то человек о них сейчас и не подозревает. То разумно ли такое наказание? Разве? Когда же вас наказывали за прошлую жизнь, вы можете мне подсказать? Ну, если... Вы мне приведете примеры. Больных? В разе? Есть кармические, так называемые, наказания. Кармические? Да. А что карма? Что значит карма? Следствие. Вы согласны? Ну, да. Так кого же обвиняете? Кого? Но человек в этой жизни не помнит, что он натворил в прошлое, а его жизнь в этой жизни наказывает, и сурово подчас. Не помнит? То бедная ваша, что вы не помните. Чаще вы не хотите помнить, боитесь помнить. Вспомните сны детства и подумайте, почему дети говорят вам, когда вы будете маленький. Ведь если вам рассуждать, вы же не можете стать маленьким. Почему дитя помнит, а вы нет? Почему? Это уходит, видимо. Уходит. Ваше воспитание, ваш страх. Ваше нежелание знать, вам легче жить в темноте. Скажите, что происходит с человеком, который не делает зла, но и добра тоже не несет? Как это можно? Ну, есть такие уникумы. Как? Кто... Объясните, как можно прожить, ничего не сделав? Как? Ну... Даже если вы... Уйдете. Все равно это уже поступок. Как вы можете не делать ни того, ни другого? Чаще вы делаете зло, называете добром. И наоборот. Редко, когда вы все называете именами. И никогда не было того, чтобы вы ничего не делали.
никогда не было и не будет. Скажите, этот контакт как можно рассматривать, как зло или как добро для контактирования? Все зависит от вас. Мы же говорили вам, что мы можем прийти и злом, можем прийти и добром. Ибо вы как примете нас, если вы примете нас за врагов, то и будете называть нас врагами и соответственно. Но если вы любого врага примете как друга, поднимет ли он на вас оружие? Спасибо. Скажите, а вот информация, которая поступает к нам через сон, она поступает из другого мира или еще откуда? И да, и нет. Чаще работа ваша. Ибо многое вы знаете и много видите, но не можете обработать, ибо заняты другими делами. Когда спит ваш мозг, в вашем понятии, отключены все ваши чувства, отключено множество каналов, по которым вы получаете информацию, и потому вам легче работать, и вы это называете подсознанием. Во сне вы можете творить чудеса, ясновидение и далее. Но это ваша работа, ваша заслуга. Вот у людей, когда появляются необыкновенные, необычные способности, это тоже работа, наверное, другого мира? Вы. Ваша заслуга. Поймите, к вам приходят подобные вам. Разве можете вы разговаривать с высоким, если будете низки? Нет, ибо вы не услышите и не поймете. И если вы получили что-то, в вашем понятии необыкновенное, значит, вы заслужили того. Заслужили. Скажите, порочный человек, не признающий своих пороков при жизни, всегда ли он признает их после смерти? В вашем понятии в промежуточном мире, да, всегда. И мы вам уже отвечали это. Я так понимаю, это и есть чистилище, да? В вашем понятии пусть будет так. А вот промежуточный мир, он длителен для человека? Нет. Какими периодами он исчисляется? Годами, неделями? Нет там вашего времени. Иное. Подумайте, если бы сохранялось ваше время, представьте, в прошлой жизни вы жили многие тысячи лет назад. Не правда ли будет вам скучновато эти тысячи ждать там? Да. Вопрос. Скажите. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Спрашивайте. Скажите, способности, которые получают экстрасенсы, это одаренность, это тоже человек сам до этого доходит? И он получает энергию, как они вот многие говорят, из космоса? Вы сказали и то, и то. Мы говорили вам о заслугах ваших. То заслуга. Далее. Вы все, будь вы одарен или нет, вы связаны с космосом, и вы живете в нем. И вы все получаете в вашем понятии одинаковые порции. Ибо экстрасенс, и вы живете в одном мире. Только он может взять более, а вы менее. Он может управлять большими энергиями, а вы управляете меньшими. И вся разница. Только в том разница. Кто дает умение вам? Вы. В вашем понятии прошлой жизни. Или искушение, или дар. А если искушение, значит в вашем понятии черная сила. Если дар, светлая сила. Но бойтесь очернить ее, ибо это так легко сделать. Вашу. Это вы говорили, что Божий дар, так сказать, очернить можно стяжательством денег, сверх меры, скажем так. Не только. Что вы понимаете под искушением? Что? Ну, может быть, власть над людьми, да. Тщеславие, честолюбие, которое, это тоже искушение является порочным, да? Да.
Ну и чрезмерная доброта тоже может. Иначе мы были бы неправы, если бы говорили вам, что нет истины доброго и истины злого. Даже любовь к людям может быть добра, принести и зло. Вспомните Христа. Скажите, а может ли молитва воздействовать на порочного человека? Нет. А если быть точнее, зависит, верит ли человек в молитву вашу. А вот искреннее прижизненное раскаяние достаточно ли для исправления ошибок? Достаточно ли? Вы говорите, как покупаете. Ну, например, церковь, она при исповеди отпускает грехи. Мне кажется, где-то есть элемент здесь лицемерия. Простите, грешила, потом... когда-то вы могли и купить. Вы верили в это? Ну, наверное, как люди не верили в душе, а шли и так поступали. Поймите. На всякий случай. Слушает церкви человек. И он видит, что вы хотите услышать. И потому чаще говорит вам, вам приятное, но не нужное. Думая, что этим делает добро, и открываем вам ворота. Любой ценой, но только верьте, верьте в Бога. Чаще так вы делаете. Делаете. Один, два, делаете. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, один, два, шесть. Спрашивайте. Хорошо, скажите, когда совершается искупление? При новом воплощении человека или же на том свете, допустим, в чистилище, в аду? Тогда вспомните. Вспомните. Искупление. Что же тогда сделал разбойник на кресте? Ведь в вашем понятии он не успел умереть. Он не успел попасть на тот свет. Почему спрашиваете о времени? Вы можете это сделать в любой момент. Вы можете это сделать сейчас или позже. И нет в том большой разницы. Нет. Либо вы сделали то. И когда-то вы сделаете. Сделаете все. Но может быть поздно. Вспомните. Вспомните о конце света, что говорили вам. И хоть неверно говорили, но есть в том истина, что может быть и поздно. Когда вы увидите и скажете, да, я был неправ. Но нет обратной дороги. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вашу. Скажите, вы говорили об искуплении, это значит, надо осознать, где ошибался каждый человек, ну, относительно себя, в чем он был неправ. То есть найти эти ошибки, тогда только и раскаяться в этом. Кто бы вам не говорил, что такое искупление, вы не поймете, пока не придет время то, пока вы не сможете сделать. Если вам будут объяснять, что такое любовь, но вы никогда не видели и не чувствовали того, поймете ли, вы только будете фантазировать и все искажать. И потом будете отодвигать время, когда вы могли бы сделать это. И потому вы никогда не поймете, что такое верить или не верить, что такое любовь, что такое ненависть и многое-многое, пока не переживете. И потому нет смысла говорить вам. Придет время, и вы поймете. Придет час, когда вы скажете. О, 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 один, о. Четыре. Пять. Спрашивайте. Скажите, вот у нас новый человек на сеансе, Станислав. Он хочет задать вопрос. Какой?
Я хотел бы задать вопрос. Вот нам интересно общаться, конечно же, с вами. Вот именно у вас есть интерес общения с людьми? А мы никогда не покидали вас. Даже вначале мы говорили, что мы всегда были в вас. Вы только можете слышать или не слышать. Чаще вы не желаете слышать. Не желаете. Чаще вы понимаете нас то за совесть, то за интуицию, то еще за что-то, за многое. И потому не верите. Не верите нам. Опускаете нас. Мы же всегда говорим с вами. Всегда. Это, ну, у каждого человека внутренний разговор, так сказать, происходит. Давайте скажем так. Одно из ваших «я». Вспомните, ваших должно быть 4. Других, может быть, иной. Вы помните? Да. Скажите, продолжим тему о загробном мире. Какова продолжительность страдания виновного? Подчиняется ли она каким-то законам на том свете? Вы спрашивали, и мы вам отвечали о времени, что нет времени вашего. Ну, наверное, это и вечно не может быть страдание, как вот нас уверяет религиозный деятель, что вечное страдание. Такого, наверное, тоже не может. Мы же говорили вам, что вы Бога очеловечили. И все ваши, и хорошие, и дурные качества перенесли на Бога. Конечно, испугать сложнее, если говорить о вечности. Какой смысл мучит вас вечно? Каков? Далее, кто будет мучить вас? Кто? Вы сами. Сами вы. Скажите, существует ли некое ограниченное место, определенное для мук, или для радости, в зависимости от заслуг человека? Интересно вы рассуждаете. А что тогда ваша земля? Она ограничена. Вы согласны? Согласна, но мы здесь живем... Вы здесь живете. Вот именно. И на том свете, в вашем понятии, тоже живут. И мы говорили вам о том. Кому кажется, реальная жизнь нам на земле или на том свете нам же? Но уже... Кто-то разговаривает с вами, считает вас подсторонним миром, как и вы, разговаривая с ними. Кто реально? Кто? Они или вы? Ну, трудно сказать. Нам кажется, что мы более реальны. А им кажется, наоборот. Они что? Не верят в вас, а вы не верите в них. Хорошо, если это соседний мир, и мир в вашем понятии, что прошедший. Тогда, конечно, они помнят еще, что когда-то жили в мире, и приходят к вам, приходят, чтобы подстричь своих ошибок. Или наоборот. Мы говорили вам когда-то. Вы помните? Угу. Помните? Один. Два. Скажите, а в том другом мире, там также есть и природа прекрасная, и небо, и реки, горы. А где вы хотите жить? Ну, нам на Земле нравится. Мир прекрасен земной. А на том свете неизвестно. Может, там сплошной туман? Вы будете жить в вашем тумане, в пустоте или где-то еще? Не хотелось бы. Везде жизнь. Везде жизнь. Поймите. Представьте, вы вышли на контакт с рыбой. Она будет удивлена, если окажется, что вы живете без воды. И как там можно жить? И она посчитает мир ваш адом, ибо когда-то попробовала и чуть не задохнулась. А вы, как вы считаете, можно ли жить в воде? Ведь там можно утонуть. Спрашиваю. Скажите, а если духи, не ведающие раскаяния? Мы отвечали вам, не повторяйте. Из чего следует, что рай и ад не существуют в том виде, в каком их себе представляет человек? Было бы все просто. Что бы изменилось, если бы вы поменяли просто место жительства? Подумайте, много ли бы изменилось? И было бы для вас наказание или что-то еще?
Но почему некоторым людям, нашим знакомым, показывают ад именно со сковородками, чертями? Некоторые видели во снах или где-то, уверяют, бывали. Простите, уже с детства вам говорят об аде со сковородками. И нового не можете придумать, потому и снится вам. А когда снится вам непонятое, вы просыпаетесь, не можете понять, что же это было, вы не называете почему-то это раем и адом. Ибо в вашем понятии ад – сковородки, рай – облака. А мы говорим вам, что для многих мир ваш может быть и раем, и адом. Есть ниже вас, что считает вас раем и мечтает прийти, и, умирая, приходят к вам. Но придя сюда, они почему-то уже не говорят, что попали в рай. И уже ищут новый. Чаще они и являются одаренными. Они и говорят вам, мы видели рай. Ибо что-то помнят. Но как вам объяснить об энергетике? Как можно было объяснить 2000 лет назад о атомах, о иных мирах, иных временах? Согласитесь, проще было показать котел и масло, кипящее в нем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. 1. Скажите, у переводчика часто бывают такие остановки. Что мешает переводчику? Мы не можем заставлять его силой. Не можем, это бы ваше желание. У него есть элемент противления, да? Оно есть у каждого из вас. У каждого. Ясно. А скажите, вот переводчик вначале сказал, что у кого-то болит сердце, это ему мешает и легкие. У кого из присутствующих можно назвать? Они не могут сказать сами. Ну, если про легкие, может быть, нет? А сердце? Если мы говорили о вас, мы бы сказали и в прошлых контактах в вашем понятии. Это рядом со мной справа сидящий человек, да? Почему он не скажет сам? Он не знает? Он не уверен. Вы не знаете даже себя? Так, ну у меня, допустим, сердце. Ну ладно. Пролёт я не вижу. 1, 2, 3, 4, 5. Скажите, в Библии есть такое понятие «страждущая душа». Вы можете нам объяснить, что это такое? Что вы понимаете под понятием «страждущий»? Страждущий, ну, ищущий, не находящий покоя, желающий что-то. А вот теперь подумайте, если, будучи в другом мире, вы искали рай, пришли в этот мир и сказали, нет, это не рай, и хотите далее, и будете искать по вашим понятиям, так, как хотите вы, и вряд ли найдете, ибо вы будете искать мозгом. Далее есть души в вашем понятии наказанные, которые не верили в существование иного. И что же они заблудились? Ибо кажем по вере его, а представьте, если вы не верите ни во что, куда вы попадете? Ни во что и попадете. А есть такое состояние? И тогда этот мир будет отражаться ему тенью. И в этом мире он будет тенью. Вы это называете полтергейстами, привидениями и многими-многими. А это одна из душ, что не верил ни во что и не может попасть ни в один из миров. И потому ищет. И создает везде тени. То есть вот... Один. Два. Три.
Скажите, вот у меня есть многие знакомые, ряд знакомых, которые ну, не верят совершенно в разные миры, в многомерность, в НЛО и прочее. Их что, после смерти ждет довольно печальная участь? То есть они попадут совсем не в интересный мир, в полтергейстный какой-то малый? Нет. Если вы думаете, что все, кто не верит, попадут в те миры? Нет. Не вери, тоже вера. Далее, нет среди вас тех, кого можно было назвать атеистами. Назовите мне хотя бы того, кто ни разу не сказал «Боже, за что?» или что-то в этом роде. Назовите мне того, кто в беде не призывал Бога. А вы говорите «не верю». Очень редко, когда человек не верит, истинно не верит. Всегда есть сомнения. Всегда. Сейчас вопрос. Скажите, душа после смерти человека ограничена или нет в выборе другого мира? Нет. Она может прийти в любой мир. Но так как совесть ее чиста и не обманывается, она выберет мир, в котором может и должна жить. В лучший она не уйдет, ибо будет обман. В этом же промежуточном мире в вашем понятии, только в вашем, она не может обмануть. И только этим она ограничена. Только этим. Скажите, вы сказали, что полстергейт – это тень. У этой тени, однако, на наш мир, на мир, так сказать, не теней, воспроизводит своей силой довольно разрушительные действия. И подумайте, что вы говорите. О вашем мире нет теней, что могут принести разрушительные силы. Тогда представьте, если солнце ваше затмить и надолго, и вы будете удивлены, что тень смогла уничтожить землю вашу. Далее. Почему в вашем понятии материи и энергии совместны? Вы что, хотите сказать этим вопросом, что если нет материи, значит нет энергии? Тень – нет материи. Вы согласны? Или нет? Подумайте. Хорошо. Подумайте, скажите, тень имеет материю или нет? Да. Ну, так как она на материи отражается, значит, она... Нет. Материя – носитель тени, получается. Вы ответили правильно. Но неправильно сказали, почему. Возможно. Вы можете объяснить? Нет. Вы сами должны... Это должны знать вы. И должны знать уже со школы. Вы забыли то, что учили. И придет время, когда вы забудете то, что говорите сейчас и что слышали. А вы слышали гораздо менее, чем... Один. Чем? Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Хорошо, убайте. Скажите, переводчику мешает свет? Он открывал глаза? Нет. Это другие эмоции мешают, да? Спрашивают далее. Хорошо. В каком смысле, вот интересный вопрос, нужно понимать слова Христа «Мое царство не в этом мире»? Понимаете, впрямую. Значит, туда, куда он ушел... Как сказать, там... В вашем понятии небеса, мир, что выше вас. Да, но раньше небом, вы сказали, называлась наша душа. Значит... А вы подумайте. Подумайте. И вспомните, что сказал Христос. Ага. Чтобы открыли душу. И душа ваша, дом. Почему тогда нельзя сказать небеса, его дом, если душа ваша? Назывался небесами.
Вот именно в этом слове надо слово «небо» читать в Библии, вот в этом смысле, да? Подумайте, сказано было вам, в каждом из вас Бог. Не в том мире, в котором вы живете, в каждом из вас. В каждом из вас. Вот его мир, душа ваша. Спрашивайте. Может ли на земле когда-нибудь наступить царство добра? Когда-нибудь? Нет. В вашем понятии истинного добра, истинного зла не будет. Будет время, когда будет добро, когда будет зло. Более, чем сейчас. Сейчас что преобладает на земле, или в частности в России? Зло? Каждому свое. Подумайте. Для кого-то больше добра, для кого-то больше зла. Относительно кого вы будете мерить? Ну, вы как-то говорили, что аура над землей в районе России... В районе России или земли? Неужели вы думаете, что только вас? Вас? Вы избраны? Вы как-то нет, сказали, наверное, что Россия будет духовным центром. Это ваше понятие. А это есть избранность? Почему вы понимаете избрано в ином? Почему избрано это значит какие-то привилегии? Почему? Нет, в России, скорее всего, судьба избранная для бед разных. Нас преследуют беды издавна. И тоже 70 лет коммунистического строя тоже, скорее всего, было испытанием серьезнейшим для народа. Прекрасно. Теперь кто-то виноват, но не вы. Не народ виноват. Кто-то его испытывает, кто-то его наказывает. Да, вы научились искать виновных. Ну, в то же время для кого-то это было райское время, так сказать. Райское 70 лет. Они ничем не знали нужды, допустим, некоторый контингент людей. Ну и как вы назовете? Как вы ответите на собственный вопрос? Ну, вот относительно кого вы будете мерить? Ну, вот они устроили себе рай. Вот. У тех, кого хватило ума, скажем так. Или хитрости, я не знаю уж, как назвать. Вот. А остальные потихонечку приспосабливались, как могли. А кто-то не приспособился. Что в вашем понятии рай? Рай – это спокойствие. Спокойствие души? А вы знаете, тех, что устроили, были бы спокойны их не души? Да. Они все равно жили беспокойно. В борьбе за власть и прочее. Ну хорошо, мы не будем касаться этих вопросов. Мы продолжим о душах и душе. Чувствительны ли духи к воспоминаниям тех, кого они любили на земле? Да. Им помогают эти воспоминания, оставшихся на земле? Бывает, что и мешают. Слишком большие страдания мешают, да? Да, ибо она не может уйти. Она боится покинуть у вас. Боится. Вы страдаете и не отпускаете ее. Вы все время представляете, вот если бы был бы живой, то было бы так или так. А мысль материальна. И ему приходится оставаться здесь. Он не может стать живым. Не может. Ибо вы не можете материализовать до той степени. Но вы уже мешаете. Потому и сказано вам, оставьте умерших хранить умерших. Не эгоизм чаще всего слишком... А вы подумайте, умер близкий вам человек. Вы переживаете за него или за себя? Может быть, вы плачете за себя, какого человека мы потеряли? Плохо. Подумайте. Подумайте. 1, 6, 7. Спрашивайте. Скажите, вот интересный вопрос. Присутствуют ли духи на церемониях открытия им памятников, издания книг, исполнение песен, если они умерли, это им нравится? Да, если они
не ушли, то не придут. Далее. У вас множество. Умирая, вы минимум семеро. В вашем понятии это и астральные поля, и сама душа. И подумайте. Основа, то единое без тел, уходит дальше. Уходит в другой мир, чтобы получить иные тела. Все остальные остаются жить здесь. И у них разное время. Одно из тел живет всего 7 дней, другое живет год, четвертое живет до тех пор, пока хотя бы один помнит о нем, пока хотя бы одна книга есть о нем. В вашем понятии жить вечно. Даже вы, материалисты, знали это и говорили вечно живой в памяти. Вспомните. Справедливо? Да. Вот это тело всегда придет к вам, если вы вспомните его. И тем более, если вы создадите его изображение, или даже сумеете дать форму. Интересно. А вот чем объяснить желание некоторых людей быть погребенными в том или ином месте после смерти? То ваше желание. Оно играет какую-то роль большую для человека? Да, оно играет. Но играет для погребенного. Ибо умирать он будет более спокойно, чем ему скажет «нет». Ты будешь в ином. Потому и всегда старались исполнить последнее желание, чтобы человек умер спокойно, чтобы не создавал отрицательной энергии. Иначе подобные подобным придут и скажут, ибо твой мир отрицательный. Потому и стараются выполнить последнее ваше желание. Потому и потому. Потому. Только во снах. Вспомните себя. Вспомните, когда вы вдруг чувствуете себя кем-то. Мгновение. Но все-таки вы были. И вы можете вспомнить это. Но вы не подаете тому значения. Вы называете это фантазией или что-то еще. Но реально те случаи, когда вот мы сталкивались, наша группа, когда в человеке живет чья-то чужая душа и не желает уходить, она начинает командовать, слова какие-то, команды дает или ругается. Это действительно реальные случаи, это не фантазии самого человека? Мы вам ответили. Конечно. Конечно, это возможно. И возможно только в том, если гость ваш сильнее, вы же в теле своем чувствуете себя гостем, не чувствуете хозяина. Вы не знаете ваше тело, не знаете, что в нем болит, пока вам не скажут, или пока оно само не закричит вам. Вы не знаете вашу душу, вы даже не знаете свой характер и ищете его в гороскопах. Каков же вы хозяин? Каков? И когда к вам приходит гость, в вашем понятии другая душа. И если оно сильнее вас, вы принимаете его за хозяина и даете ему свой дом. И принимаетесь ему хозяин. И тогда вы уже кто? Раб. А скажите, можно изгнать такие души чужие? Будьте есть сильнее. Почувствуйте себя хозяином. Вы хозяин. Вы и никто иной. Вы же предпочитаете быть слугой. Вы говорите, встречали. К вам приходится спрашивать, что делать мне. Вы даете совет. А выполняют ли советы ваши? Если скажут вам, вы больны, представьте, что вы здоровы.
Вы же знаете, что мысль материальна. Вы знаете это. Но почему же тогда вы не стали здоровы? Вы говорите, что я верю, я верю. А верите ли вы это? Или просто знаете? Если бы вы веровали, и не было сомнений ваших, вы бы сказали, да, я здоров, да, я хозяин, и вы были бы хозяин. А вы только знаете, знаете, и не более. Простите, но я встречал человека по складу своего руководителя. Он руководит многими людьми, сильная внешняя личность. Но в нем вот такая душа командует, насмехается. А здесь все гораздо проще. Так. Нет в нем другой души. Нет. Он просто устал быть командующим. Ему тоже хочется, чтобы им командовали. И все из вас хотят быть и хозяинами, и сильными, и слабыми. Нет в нем другой души. Нет. То его мечта, если хотите, подсознание, где он хочет быть слабым. Ибо слабым быть легче. Меньше ответственности. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Геннадий, расскажи, что ты ощущал, что помнишь из сеанса? Отрывки сеанса самого помню. Что? Отрывки? Ну да. У тебя какие-то картинки были или ты диалоговая ситуация запоминал? О чем мы говорили? О чем шел сейчас речь? О полтергейсте, что-то там было. Так. А потустороннем мире потом было? Потом какие-то путешественники, по-моему, что-то. Путешественники? Да, что-то ищущих. У тебя были картинки в голове или же... Да нет. Как ты думаешь, мы много работали? Сеанс долго длился, на твой взгляд? Ну, я не знаю. У тебя ощущение какое сейчас? Усталости или ничего хорошего, как будто ты выспался. Это как обычно. Как обычно. То есть ты много потерял энергии? Ну, да нет, я вроде не устал ничего. Что еще ты можешь сказать? Это необычная обстановка, и ты как-то не совсем вел, часто останавливался. Никак не подействовало тебе? Только далек, конечно, мой самый, что только... Свет мешал? Да нет, свет не мешал, просто как-то это самое. Молод самый, телевизор тут всякий. Ну, неудобно просто как-то вот так вот. Ну, ты же их не видел, но несколько раз... Нет, я видел, когда вот только Лёва. Ага. Ты рассматривал руки, это что, ты опять видел насквозь, косточки видел, как однажды рассказывал? Нет, это я не помню. Не помню, да? Ну, все, ребята,
сеанс закончен. Вот так мы примерно кончаем. Он теряет некоторую долю энергии. Не знаю, не заметил еще пока. Сейчас стану, узнаю, потерял ли что-нибудь или нет. Ну, мы затратили где-то полтора часа. Если ты не знаешь, то я тебе сообщаю. Даже немножко больше. Ох! Так. Ну что, похоже это? Ну что? Ну что? Как ложился, так я и встал. Вот полтора часа полежи, вот так одну руку вытяни. Полтора, по три махал. Я говорю, минут 15 только можно выдержать, и все, рука занемеет, затечет. И... Не, мы не будем продолжать сегодня. Все, спасибо. А ну сходите. Ага, мы да, сейчас да, просто... Так, значит, что? Надо спальник не забыть будет. Ага, ясно. Станислав, в чем тут дело? Какие-то фрагменты мы возьмем для сеанса. Но ты через полгода эту пленку мы можем, ну, я условно